Роман Петрушенко – легендарный белорусский гребец на байдарке. Олимпийский чемпион, серебряный и дважды бронзовый призер главного старта четырехлетия. Семикратный чемпион мира, завершив спортивную карьеру, получил предложение из Китайской Народной Республики попробовать себя в роли тренера. И надо отметить, что Роман Иванович сразу поднял местную мужскую байдарку на олимпийскую высоту. Пока не на пьедестал почета, но в Токио в 2021 году в байдарке-одиночке было завоевано 6-е, а в байдарке-двойке 8-е место на километровом отрезке. Невиданный доселе результат китайских мастеров весла, и это только начало. Сезон довольно-таки хорошо получился у нас в этом году с китайской командой, потому что я все-таки уже являюсь тренером национальной команды сборной Китая, и женской, и мужской. Да, завоевали неплохо, завоевали 8 лицензий, 4 мужских, 4 женских. Довольно-таки неплохо выступили женщины, то есть выиграли 2 этапа Кубка мира, и есть хорошие перспективы завоевания медалей на Олимпийских играх. Женская байдарка-четверка, заняв 4-е место на чемпионате мира, и вовсе произвела фурор. Плюс мужская байдарка-четверка отобралась на Олимпийские игры в Париж. И вспоминая 4-е место китаянок на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне, предположим, что впервые в истории квартет из Поднебесной завоюет олимпийскую медаль. На самом деле большинство работы это все-таки, да, это ту информация, которую мне передал и мой тренер, и естественно, очень много информации, то, которой моей личной, которая это именно было как спортсмена, потому что это, наверное, даже более значимая информация. Это ощущение, это как это все проходить, то есть это и тактика, и, ну, очень много информации, которая действительно моей личной. Китайская гребля на байдарках не может считать себя элитной на мировом уровне, но, наверное, в этом есть и интерес для специалиста, которому выпал шанс вывести любимый вид спорта на высокий уровень в одной из самых интересных и вместе с тем загадочных стран. Так как эти люди только развиваются в нашем виде спорта, достаточно интересно работать, потому что видишь очень большой прогресс. То есть это первое, что это можно посмотреть, это доказательство этому женская четверка. Она в этом году была 4-я на чемпионате мира. За неполных 8 месяцев мы сделали людей со второго финала почти призерами чемпионата мира. То есть это очень большой успех на самом деле. Но еще раз говорю, что есть потенциал, прежде всего, человеческий. То есть это большое количество людей. Но с ними нужно работать. Буквально на днях завершились азиатские игры, на которых подопечные Романа Ивановича завоевали золотые медали во всех видах программы, где они принимали участие. Женская байдарка-одиночка, двойка и четверка на дистанции 500 метров. Мужская байдарка-одиночка на километровом. Байдарка-двойка и четверка на полукилометровом отрезке. 6 золотых медалей. И это только начало.